площадка. Здравствуйте! В ближайшие 5 минут речь пойдет о технологиях, которые применяются в строительстве многоквартирных домов. И спешу представить вам первого гостя. А их сегодня будет два. Младший научный сотрудник, директор по строительству жилищного комплекса «Тимирязевский» Николай Павлович Спешилов. Здравствуйте! Здравствуйте! Какие технологии применяются и насколько вот в рамках применяемых технологий можно говорить о качестве строящегося жилья? Жильцы дома зачастую не обращают внимания на фундамент, так как во время покупки жилья они видят уже готовые стены и квартиры. Но фундаменты – это очень важный этап строительства дома. Наша компания уделяет очень высокое внимание качеству возводимого нами жилья. В том числе и в первую очередь это относится к фундаментам, строительство которых ведется в жилищном комплексе «Тимирязевский» в настоящее время. Фундаменты ленточные – с применением современных материалов, блоков на монолитно-бетонном основании. Это позволяет выдерживать очень высокие нагрузки, которые в будущем придутся на этот фундамент. Это современный вид фундамента с применением современных материалов, которые позволяют нести на себе очень высокие нагрузки. Спасибо, Николай Павлович. Тему технологий и подходов продолжим обсуждать на стройплощадке с Михаилом Владимировичем Лабузовым, коммерческим директором жилищного комплекса «Тимирязевский». Здравствуйте, Михаил Владимирович. Добрый день. Как, на ваш взгляд, современные технологии помогают реализовать самые смелые идеи и удовлетворить потребности покупателя? Если мы говорим про современные технологии, то в настоящий период времени на разных территориях используются разные технологии. Но и нельзя отрицать, что Нижний Тагил, он с точки зрения технологии строительства имеет очень хороший потенциал. Что необходимо, на мой взгляд, сейчас, это что человек выбирает не просто квадратный метр, он выбирает не просто комнаты, да, в которых он будет жить, но он выбирает ту среду, которая будет его окружать. И среда, которая основывается как на безопасности того места, в котором он живет, на инфраструктуре, которая есть во дворе, на удобстве и доступности тех объектов, которые поддерживают его там, быт, здоровье, свободное время и так далее. И все эти вещи, их необходимо учитывать при выборе жилья. В новом комплексе, о котором мы сейчас строим, уже сейчас существует два детских садика. Здесь у нас планируется сделать некую зону, которая будет огорожена от доступа чужих людей, где будут дети свободно достаточно играть и находиться под охраной. А также в этом комплексе предполагается строительство со стороны вагоностроителей кафе, магазины, различные инфраструктурные объекты. Кроме того, в последней очереди, которую мы будем строить здесь на вагоностроителе, мы предполагаем построить две башни, которые будут строиться уже на стилобатах. То есть это совершенно новая, совершенно современный тип технологии, где на первом этаже располагаются стоянки, на втором этаже мы планируем, и уже есть некое понимание и у администрации, и у нас, что это будет школа художественной гимнастики. И также еще в одной башне мы будем делать фитнес, кафе и так далее. Скажем так, график строительства – это некая библия. За которую мы все бьемся, за которую мы очень контролируем. Для нас это очень важно. То есть мы делаем все, чтобы строительство шло в срок. Но, тем не менее, нужно понимать, что при строительстве дома, когда строится фундамент, да, там как бы не очень видно, что строится. То есть там люди что-то делают, но снаружи это кажется, что мало что происходит. Потом, когда мы строим этажи, а это декабрь, январь, февраль, март, апрель, где-то в мае мы выстроим уже полностью 5 этажей. Внутренние отделки, которые мы готовим для наших потребителей, это то, что называется отделка под чистовую. Что это означает? Люди заходят в квартиру, стены готовы для того, чтобы наклеить обои. Пол готов для того, чтобы настелить ламинат, линолеум и так далее. Мы не ставим лишнего оборудования и лишнего, что люди, как правило, меняют. То есть человек, купив квартиру, он заходит и начинает делать сразу ремонт. Соответственно, установлены счетчики, подведена горячая, холодная вода, есть окна, входные двери, причем входные двери мы ставим очень качественно, очень хорошего качества. Спасибо, Михаил Владимирович, вы смотрели стройплощадку. До свидания.